Здравствуйте, девушка. Ответьте, пожалуйста. А простите, пожалуйста, молодой человек, так. Можно я вперед вас? У меня только сливы. Сливы только? Да. Давайте. Спасибо вам большое. Вот. У вас что, одна слива? Да, я просто сливы очень люблю. Ну, взяли бы больше. А много мне нельзя, у меня желудок слабенький. Пакет нужен? Да, конечно. Большой, маленький? А сами как думаете? Молодой человек, мне некогда думать, у меня очередь. Давайте большой. Вы почему сливы-то не взвесили? А где? Ну, там, в том же отделе. Я сейчас. Давайте вы меня отобьете, пока я к вам бегаю. Я не могу вас отбить, я уже пакет завела. Я все взвесил, вот штрих-код. Вы почему голландскую-то взвесили? У вас же краснодарская. Так там... Давайте по голландской я рассчитаюсь, а то не хочу больше ходить. С вас 410 рублей. Сколько? 410. А где перевесить можно? Ну там, в том же отделе. Я быстро. Девушка, а что у вас 18 касс работает одна только? А вы почему у меня-то спрашиваете? Ну кого спрашиваете вообще? Идите к управляющему и спрашивайте. Где управляющий-то? На обеде. Все, я перевесил вот здесь вот штрих-код. Что, вот. Снимаем голландскую? Ну, конечно, дорого, 410 рублей. Девочки, у кого ключи, мне позицию надо снять. Девочки, ключи у кого? Да у меня, я товар принимаю, подойди сама. Что ж такое, как слива, так моя смена, а мне эти сливы уже снятся. А что там так долго-то? Да тут оптовик один затаривается. Сливой на месяц. Да? Да. Слива, приди, принеси. Тома товар принимает. Николая она принимает. Какой код у краснодарской? 052-18-36. У меня не прибивается краснодарская. Так ее на склад еще не завели. И что делать? Ну проводи как груши конференции, а не по одной цене. А можно там как-то побыстрее? У меня не 7 рук, а 1 палец. С вас 20 рублей 17 копеек. Ой, я же, это у меня с карты есть скидочная. Размагнитилась, что ли, карта у вас? Да все, все, я уже на кассе я. Через 5 секунд выскочу. Своей вам сделаю. С вас 20 рублей 5 копеек. А это сколько процентов скидка? У меня не показывает. Ну это накопительная же, а да? Вы какую брали-то? Ну я не помню, вроде накопительную брал. Ты накопил уже, мужик, накопил! 20 рублей 5 копеек с вас. Сколько? 20 рублей 5 копеек. Я по кредитной карточке просчитаюсь, я просто летаю очень часто. Мне... Сейчас полетишь! Нет связи с банком, а? Ай, еще раз. Ты ж урод, на тебе 20-ку, давай уже, иди быстрее отсюда же. Молодой человек, я достаточно зарабатываю, чтобы оплатить свои покупки, понятно? Мужчина, у вас мельче-то не будет? Было бы мельче, дал бы мельче. Тома, неси размен! А, так у тебя 5000? Я и не наберу, я уж сдалась. Слушайте, молодой человек. Что? А вы можете эту сливу сейчас съесть? Как съесть? Ну я никому не скажу. Ну так она же не мытая. Слива!
Я не могу кушать, когда на меня смотрят. А здесь никого нет. Ты же один здесь. Давай! Что? Уходите! До свидания! Ты что за придурок-то? Зачем его со штрих-кодом-то жрать? Молодой человек! Чек покажите, пожалуйста! Какой чек покажите? Так, внимание, на седьмой кассе вынос! Все сюда! Юленька, кассу закрой минут на 10, мы тут разберемся!